Всем привет, ребята! С вами я, Кей Фокс. И сегодня мы будем делать яичницу 80-го левела, ребят. Что ж, давайте начинать. Вот наши с вами ингредиенты. Так, это мы берем соль, сыр, это масло и три яички. Вот такие вот яички. Белые. Так, с ингредиентами покончили и будем варить на вот такой вот мини-сковородочке. По температуре 3, ну, на троечку вот так поставим, все, понятно? Так, все, давайте приступать. Так, все, для начала выберем 3 яйца и масло. Подливаем масло вот столько. Вот так вот делаем. Нагреваем до 3. Делаем яички вот так. Только так вот делаем. Берем соль. Сверху вот сюда. Потом размазываем вот такой вот ложкой. Берем сырок. И где ножи? Так, теперь разрезаем наш сыр на любые ломтики, как вам нравится, это просто. И закладываем. Я от больших кастрюлей, они так вот быстро тянутся. Потом, если у вас есть приправа к основному фаршу, давайте на вот это, на сыр. И все, бомба. И вот что у нас сейчас с вами жарится еда. В принципе, все нормально. Только что-то не понятно, когда она ложится. Окей, а мы с вами просто подождем. Мы перемотаем этот моментик. Окей? Но перед этим обязательно ставьте лайки и пишите хороший комментарий. А также, если вы впервые на моем канале, то нажмите красную кнопку подписаться, чтобы она стала серой, и извините, в колокольчик. Все, ждем. Так, ребята, наша с вами яичница готова. Так, я это уже отключила, смотрите, какая она. Ну, я ее не доварила, но вы доварите, и сыр там потечется почти по всему, и сами прозрачен. Ну что ж, если вам понравился этот видеоролик, то ставьте лайк, пишите коммент. И подписочка, она также внизу, где коммент. Окей? Удачи!